Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас в фокусе косметика Maybelline. Как видите, у меня ее не так уж и много. Но как-то так получилось, что именно на этот бренд я запала, и я объясню, по каким причинам. Очень много поступает запросов и вопросов, и от Даши с Украины. Даша, большой тебе привет. Вот, и все время говорят, а этот цвет он там как хайлайтер, или он как не хайлайтер, а можно ли его использовать? Давайте, значит, чтобы не мудрствовать лукаво, я сейчас вам скажу все, что здесь можно использовать как хайлайтеры в этом бренде, во всяком случае, из того, что у меня есть. Я думаю, вам уже будет веселее и легче. Итак, значит, 45-й оттеночек кремовых Maybelline можно использовать кремовый хайлайтер. Ну, вот, да, они у меня такие, как бы, не в супер, там, идеальном состоянии, но что-то, как бы, более древнее, что-то тут окей. Значит, вот я хотела бы обратить ваше внимание на вот эти тени. Они мне пришли на обзор в оттеночке 29 и в оттеночке 10. Что в них примечательного? Сразу сейчас скажу и покажу, и расскажу. Вот, значит, у нас переливается хайлайтером оттеночек 45. Вот он. Значит, вот сейчас я вам еще покажу. Вот у нас хайлайтеровый оттенок в палетке. Вот он, видите? Значит, что здесь? Здесь раз оттенок, два оттенок, три оттенок. Получается 4 оттенок, 5 оттенок, 6 оттенок. То есть практически 6 цветов вы можете получить, пользуясь только этой одной тенюхой, которая стоит там что-то 300 с чем-то рублей. То есть приобретая, вот она с кодом, все как положено. И такая же практически история у нас с оттеночком 10. То есть то же самое, сейчас покажу, как это работает более близко. Итак, двадцаточка. Вот она. Это вот один оттенок. Вот мы берем. Это вот. Вот таким образом набираем. Второй оттенок. Ну, почти то же самое. Третий оттенок. Четвертый оттенок, пятый оттенок, шестой оттенок. Они похожи. То есть вы видите, да, что они похожи, но они, тем не менее, очень разные, практически как палитра. Вот одна тенюха и вообще все, вы в шоколаде на предмет фиалково таких чудесных оттеночков. Немного другая история у нас вот с этим товарищем. Здесь у нас получается, вот он, хайлайтер вот такой красновато, ну, как розовое золото. Так, найти бы чистый палец. Вот еще у нас оттенок. Он другой уже, видите? И вот у нас еще оттенок. Вот такой насыщенный. Можно еще, конечно, попытаться создать тут, намешать. То есть вы тоже видите, да, что мы можем уводить в такую вот, делая макияж, в такую красивую историю с всевозможными нюансами. Вот, оттеночки. Это только на две вот эти синюхи. Все, нет вопросов, где хайлайтеры искать в этом бренде? Я думаю, что нет. Сейчас перейдем к следующему. Как я и подозревала, со временем вот эта палеточка стала такой заляпанной и царапанной. Ну, а дело не в этом, дело в наполнении. Вот так выглядят оттенки. Видите? Она в пользовании. То есть, вот что может быть хайлайтером. Раз, видите? А вот еще оттенок, который может быть хайлайтером. Два. Вот их два. А что еще? Этот пудровый,
стали заметны вкрапления мелкие, что говорит мне об очень хорошем качестве. Но это прямо вот пудра-пудра, девочки. Прямо вот пудра-пудра, то есть не надо там чего-то ждать от него фантастического. Классный оттенок. И вот у нас два золота. Раз золото. Вот оно. Мне говорят, можно использовать золото как хайлайтер? А вдруг вам захочется такой хайлайтер, откуда я знаю. И вот здесь такой вот он как бы золотисто-медный. Ну, в общем, вот. А дальше по матовому пройдемся. Раз. Ну, тут сатинчик у нас. Тут у нас созвучный тоже такой. Хорошие оттенки, как видите. Вот у нас такой тоже матовый оттеночек. Хорошо для бровей подойдет. Вот у нас для брюнетистых бровей оттеночек. То есть вот в среднем, да, вы видите, что имея такую палитру, можно больше не иметь ничего. То есть если вы среднестатистическая девушка, все, купили одну, и вам счастье. А по ценнику прекрасно. Оттенки вот они при дневном свете. Интенсивность можно делать любую. Ну, что такое интенсивность? Давайте я вам покажу. Вот, допустим, раз наложили оттенок, потом его раз уплотнили. И еще мы его уплотнили. Так, хоп. И видите, пожалуйста, можно наслаивать. Это практически как профессиональные тени. Тоже, да, нет вопросов, где у нас хайлайтер. Вот и вот. Да, Шуля, если ты меня смотришь, солнышко. То есть вот парочка, вот здесь, вот кремовый, если тебе хочется там и нужно. А, значит, что-то типа пудры хайлайтера, блаш вообще идет как блаш, но для меня как пудра хайлайтер. Вот остался пальчик. Вот она. Видишь, чего дает? Вот такой вот перелив. Вот этот блаш дает. Они шли как блаш, но там были и белые, вот и розовые, и вот такой вот телесный. То есть, в принципе, все, вот видно, где, что, чего, кого. Дорогие мои. Поехали дальше. А теперь, может быть, это будет интересно мальчикам. Особенно у которых, ну, бровки такие не особо выраженные. Вот вы уже там подумываете, там, то ли вам татуаж делать, то ли в салон идти. Непонятно. Посмотрите, какой оттеночек. Вот. Он как бы здесь идет с шиммером, да, вы видите, на вот этой вот крышечке поблескивания. Вот они. Ну, вообще, сам продукт матовый. Ну, то есть, кого-то пытались ввести в заблуждение, мои, блин, наши любимые. Вот такой сводч. То есть, если мы берем это на тонкую кисть и прорисовываем волоски, все получится. Если мы хотим контур для брови, все получится. Если мы хотим подложечку матовую, коричневую на века, тоже все получится. Вот. Я уже показывала и говорила, что вот это вообще must-have и заменяет все имеющиеся на нашей планете гелевые подводки, там, бла-бла-бла. Значит, броу-драма, могу ли я рекомендовать? В моем случае как-то так вышло, что продукта маловато. Вот его вот так на кисточке было всегда. Я не так давно пользуюсь. Но мне главное было заполучить кисточку, потому что я туда могу и арт-визаж коричневый положить. С меня не станется. И вот тушь, которую пиарят блогеры всего мира. Вот она, легендарная щеточка. Вот она такая. Тут даже какая-то у нас пылинка. Вот. Классная тушь. Не могу сказать, там быстро, не быстро она сохнет. Взяла больше как из-за интереса. Вот здесь она изображена, эта щеточка. Это у нас Lash Sensational. Веерный объем. Ничего не знаю насчет веерного объема. Вообще просто классная тушь. Классная тушь на повседневку. Ну и тут у меня такие... сейчас я вам сделаю свотчи. Это что-то было типа лимитки.
что-то как-то вообще жестко. А, я ее перетывала. Я ее... Такой Хэллоуин такой, прям как дырка. Вот так оно переносится. И тут у нас... В общем, какая-то копеечная лимитка была. Я взяла больше из-за оттенков таких необычных. Да, нормально. На Хэллоуин пойдет. Вот так вот можно Хэллоуин делать. Вот так вот. Вообще хорошо. Хайлайтеры и так далее. Для бровок, пожалуйста, поехали. Ну, это такое лето-лето у нас. Ну, и вот у нас типа Снежная Королева. Там можно забабахать. В общем, недорого. Достаточно качественно. Ну, смотря что считать качеством. Катанный Dior или, значит, некатанный Maybelline. Потому что в моих случаях они все идут с вот этими номерами. Вот. Ну, только кое-где у меня там могло стереться. Вот, пожалуйста, все там по номерам идет. Все как положено. Все замечательно. Вот. То есть это настоящее, родное, интересное, классное, суперское. Вот такой небольшой обзорчик, больше как для тех, у кого есть вопросы относительно Maybelline. Кто еще думает, брать, не брать, берите. Мастхэвами я бы могла назвать белый перламутр, вот этот тауп и черный. То есть если вы просто девочка, которая как бы думает, что брать. Вот это подойдет всем. Вот. То есть вот это вот такие продукты, которые подойдут вообще всем. Ну и если вы такой визажист уже не совсем первого уровня, если первого, то можно будет поэкспериментировать вот с этими штучками. А если уже как бы там второго, я имею в виду не 86-го, там, не 1000 еще какого-то, то все, вот, это то, чего вам хватит надолго и вообще успокоит ваше сердце. Но дело в том, что бьюти-коликов сердце успокаивается не в связи с тем, что они что-то приобретают. Они что-то приобретают, пользуют, им хочется еще нового, интересного. Всем всего хорошего. Это Ольга Швец. Пока-пока.